Всем большой привет, дорогие зрители! Добро пожаловать в очередное мое видео. Уже много видео снято, много чего показано, много чего сказано. Порой у меня создается впечатление, что чему в принципе я могу вас еще обучать, чего могу еще показывать. Могу просто поделиться опытом, да, и просто показать то, что делаю я. В этом видео я хочу пригласить вас на продолжение своей обучающей программы. Это стоковый иллюстратор. Когда-то мое первое видео из этого курса был тоже космос. Это было очень легкое и изящное видео, которое, скажем так, с легкостью запустило ту обучающую программу. В этот раз я также надеюсь, что программа пройдет легко, интересно, всем это будет полезно, всем это будет увлекательно. Скажем так, то, чего я хочу получить от обучающей программы, да, как, допустим, как просто как автор, это просто поделиться опытом и собрать, может быть, именно ту команду, да, кому это тоже интересно, у кого, возможно, не хватает, допустим, как у меня, собственной мотивации, да, то есть, когда работаешь один, это одно дело, а когда у тебя уже есть люди, которые заинтересованы тем же делом, это немножко другое. И, возможно, мне не хватает именно этого. Поэтому, если вам тоже это актуально, вы хотите поработать немного в команде, возможно, повыполнять мои задания, которые я вам буду давать, посмотреть уроки. Конечно, в курсе я буду все-все комментировать, каждый шаг, как я делаю, что я делаю. Возможно, что-то вы знаете, чего-то вы не знаете. В любом случае, я надеюсь, это будет всем полезно, как минимум интересно. Все эти работы, конечно же, рассчитаны для продажи в интернете. Также курс будет полезен для тех, кто вообще еще не зарегистрирован на стоках, для того, чтобы создать свое портфолио. Для тех, кто уже на стоках есть, возможно, просто влить какую-то новую, скажем так, волну, да, волну вдохновения какого-то. Если вам это интересно, то ссылка будет внизу в описании. Спасибо, что посмотрели данное видео, и до встречи в следующих видео. Всем пока!